Если надоел простой кофе и вы любите халву, то побалуйте себя этим нежным кофе, который больше похож на десерт. Кофе с нежной пенкой и ореховым послевкусием прекрасно перевернет ваше мировоззрение о кофе. Кленовый сироп можно заменить на сахар и добавить по вкусу. Приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Ингредиенты. Сварите крепкий кофе, процедите. Положите в чашу блендера халву, влейте сливки и взбейте. Добавьте сироп, кофе, снова взбейте, разлейте и подавайте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Кофе 150 мл, свежесваренный, сливки 20%, 100 мл, сироп 1 чайная ложка, кленовый, халва арахисовая, 70 грамм, количество порций 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.